Всем привет! Хочу показать, чем занимался сегодня полдня. Вот так вот собрал сухарика. Ну что, рассказывать не буду, что прикрутил, зачем мне говорить, что я прикрутил ручку амортизатора. Все видно, все по фэншую, все прикручено, затянуто, промазано, примазано, все ровно, не криво. Все красиво. Осталось немного железа. Немножко перемыть надо будет. Посмотреть, как там, что внутри. Состояние. Сам снимаю, боковым зрением вижу, что у меня вот есть такая. Вот не такая. Ну и колесики там, резиночку шипатую поставить, которая все есть. Ну и будем посмотреть, как оно соберется дальше. Пишите, что хотели бы, какой щиток видеть на нем. Этот родной, переходной, пятый, или просто с пятого. Какой руль, вот этот с надолбами. Зашпаклеванный, покрашенный, красивый. Или кроссовый у меня есть. То есть пишите, говорите, что вам будет интересно видеть. А дядя Володя сделает, как скажете. Вот такие дела на сегодня. Вот так вот сегодня потрудились. А как все это делал, я снял отдельными частями. Лучший клипмейкер придонков соберет это все воедино в интересный, может быть, фильм, может, не в интересный, ну и предоставит вашему вниманию на своем канале придонки. А это так, анонс. Снимаю как могу, рассказываю как умею. Много здесь Денисовой работы, это его покраска рамы, вот это черный цвет тоже он красил. Маятничек вчера красили, аж попали в пругу. Всем спасибо, всем пока.